Вот мы и сплавляемся. Начался дождик. Не знаем, смочит, не смочит. Вот смотри, здесь даже реально вон спуск такой в этот, в воду. Вот-вот, видишь? Нифига тут, вода-то через край. Куда они тут бросали? Хариуза он хотел. А что у тебя? Проблема? У тебя просто подсак мешает еще. Хуже всего, когда сотрудники, блин, подводят. Видишь, работать ты захотел. Не, вот и сделал так за угодно. Наверное, уже туда выбираться. Что ж теперь? Оставим для гурманов. Отлично. Забыл, наверное, что сделать. У меня было. Было. Ну ладно. Было, может, трава. Ну так бум. Непривычно. Забыли уже, как это было. Солнышко. Выходим на чистую воду пока. Thank you.
Бобры. Так, тихо, 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 тихо. Ты нужен будешь, красавица. Фига себе, тебе и переправа. Ходи себе здесь. Медведь с берега на берег. Хожина тут. Хожина там, помята травка, ходит кто-то. Немножко спортивной гимнастики. Пишешь? Пишу. Это, конечно, не щука. Это страшнее. Все. Это шутка. Это он меня просто потренировал. Перекинет. Ух ты! Еще и... Нереально! Вот это порог. Может быть, медленно вы подошли так из-за угла, да? Опять идет дождь. Лесо не убрал. Еще одну купить. На зиму. Как конфетка? Долгоиграющая? Дай тоже. Сначала для аппетита. Вот, Мишка, а мы тут сидим, ждем, когда следующий Мишка придет. Вот здесь мы не билеты и видели. Его просто офигеть. Thank you.
Ты. Вот он. Потом глаза промывал. Будешь.
Держимся. Денег нет, но вы держитесь. Свой-то спасаешь. Все-таки не зря я камеру включил. Вон ну хоть одну взяли. Она вцепилась. Ты возьмешь за глаза опять? Что-то я не хочу, чтобы ты брал за глаза. Она будет слепая. Все нормально, мы контролируем процесс. Оп. Хорошо. Это наша дежурная, наш дома. Вот сегодня такой улов с озера. И еще 4 где-то щучки с речки. Так, нормально. Константин. Давай еще кори туда. Кого-то там опять гнетет. Я снял. Надо осматривать тебя, парень. Может, вон там еще что-нибудь ползет. Ну-ка, повернись-ка ко мне передом, к лесу задом. Здесь пока не видно. Ну, все возможно быть. GoPro стоп видео.